Сегодня наградили победителей республиканского грантового конкурса «Умники». Дипломы молодым и талантливым вручил в РИО главы Чувашской республики. Всего на конкурс было подано 150 проектов, и из 19 лучших фонд содействия инновациям выбрал 9. Цена каждого 500 тысяч рублей. Их молодые люди потратят на воплощение своего проекта в жизнь. Например, нам нужно в каком-то объекте увеличить подачу хлора. Мы открываем задвижку на определенный градус, и у нас поток хлора течет по трубам и в определенном отношении, в пропорции смешивается, и мы получаем какой-нибудь элемент. И всеми этими потоками управляет электропривод, который посажен на трубопроводную арматуру. Задача властей – всячески поддерживать инновационные идеи и доводить их до реализации. Наш интерес – это продвинуть ту продукцию, которая возможна в итоге реализации этого проекта, как продукт продвижения, прежде всего, на существующие рынки. А если это вопросы импортозамещения, если это вопросы подъема качества производимой продукции и организации производственного процесса на новые стандарты и на новые рынки, это, конечно же, здорово. Поэтому мы будем делать все, чтобы поддержать каждый такой проект. Инновационные технологии активно развивают на многих предприятиях республики. Научно-производственное предприятие «Каскад» создает автоматизированные системы, которыми можно управлять удаленно с компьютера или с мобильного телефона. Мы стараемся строить систему таким образом, чтобы они работали по принципу дверной ручки, чтобы даже безо всякой документации человеку, который работает за компьютером, было понятно, что к чему относится. Потому что если система будет сложна, как вертолет при запуске, это будет катастрофа. Умы нынче в цене. Вопросы поддержки малых инновационных компаний обсудили на совещании. Как выяснилось, многие идеи, которые, как креативно отмечал Федеральный институт развития в области малых инновационных предприятий, почему-то не находили поддержки в программах развития местного бизнеса. Сегодня было принято решение в кратчайшие сроки эту систему имплементировать, вернее, эти решения имплементировать в систему поддержки и развития малых и средних предпринимателей Чувашской республики, предоставить все возможные формы поддержки и, самое главное, посмотреть на предмет их возможности реализации каждую идею, как мы, в принципе, и ставим задачу перед собой, а здесь инновационные решения. Поэтому соответствующие решения приняты, задачи перед органами власти обозначены, и я буду жестко контролировать, чтобы они реализовывали жизнь.